И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть классные постройки и офигенные стенки. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон, давай, удивляй нас. Прикольно, да, я тебя удивил, стеночку поставил. Димон приготовил и музыкальные постройки, и роботов, и музыкальных роботов. Или не было там такого? Да, всего многого такого. Погнали. Во, первая постройка пошла. Давай с другой Подожди, стороны. Подожди, это Фредди кошмарный, что ли? А что он зеленый, как сопля какой-то? Да-да-да, с другой стороны, Дима, освободи, посмотри на него. Воу, ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик. Реально крутая постройка. Реально качественно очень сделано. Диман, как ты думаешь, если я стрельну в шляпу, он упадет? Давай стрельнем вместе. Диман, он падает. Он расшатывается. Давай, стреляй. Ребята, падает, мы все-таки это сделали. Бум! Yes. Даже губик отвалился. Что за говно? Ты че лагаешь? Не лагай. Давай, все отлагало. Так, Димон, мы забыли взять мощнецкие бомбы с тобой, которые мы будем юзать. Вот, все, взрывают, Димас. Пойдет. Я не взял бомбы, стопэ, надо мне взять. Ты что? Да ладненько, я без бомб здесь никто. Я без бомб, как бомжар. Так, следующая постройка. Опа, что-то грузится. Это робот-собачка. Давай посмотрим. О, да подожди, это собака. Какая-то порода? Я забыл. Не худо. Обычная. Обычная порода, Димас. Все. Так, а как запустить эту обычную породу? Необычная эта порода. Это такса. Такса, давай как-нибудь запустим. Надо, может, в нее это подняться. Смотри. Просто написано то, что это робот-собака. То есть, может быть, ей надо управлять. Я не вижу. А, вот. А, не-не-не-не. Оп. Во, пошла! Ля-ля-ля-ля-ля. Я иду гулять. Это прикольно идет. Блин, Димань, классно сделано-то. Рессоры отрабатывают все четенько вообще. О, Дима, заходи назад тут. О, ты жопу открыл, я выйду в жопу. Да-да-да, заходи. Здрасте, у вас здесь уютно, закрывай. Воу, класс. Хвостяра модный. Ого, ты, Дима, сделай от третьего лица. Да-да-да, я смотрю. Смотри, как пасть открывает собака. О, нифига себе, так там пулеметы. Смотри, какая она злобная там. Так, отсюда офигеть, ничего не видно. Ты видишь это, Димас? Нифига! А ну открой, я хочу посмотреть это с улицы. А ну жопу открой. А ну спасти стрельни. Смотри, вот видишь, как пасть открывает, оп. Вот это какие-то плазменные просто пушки. Блин, это шикарная собака вообще, самая лучшая, которую я видел. Творил. Все, ребята. Я взрываю. Yeah. Красота. Даже, кстати, не все взорвалось. Смотри, Диман, давай. Это зачистка. А, давай, зачищай. Так. О, это музыкальная постройка, моя любимая. Да. Нажимай. Ну такое себя, чем громче сделаю. Да. Димон, что-то такое слабое, да? Фигня какая-то. Вроде не, такая прикольно. Кабака здоровая, а играет как Тетрис какой-то вонючий. Как Nokia 3310 какая-то, или что это? Боже, как оно звучит, ну нафиг. Я не ожидал, что ты забавишь. Офигеть. Да, оно звучало как кусок говна, ну зачем такое? О, аниматроник зашевелился. Да, что-то заброшенное, что ли, пиццерия? Ну, типа, открывается. О, Дима, смотри, ты клацал здесь кнопки? Офигеть, Дима, зайди сюда. Иди сюда, зайди сюда, в эту комнату. Ух ты, мамочки, ты чё на меня орёшь? Я дёрнул. Видишь, что это сенсор? А вы чё, орёте тоже? Офигеть. Не орут. Коробки. Моробки всякие. Димон, какая-то часть, или это просто так, для чисто поржать? Это такая сыроватая, может быть, скорее всего, первая часть или вторая. Может, это ремонт только делают здесь, типа? О, здрасте! Добрый день. Так, ничего, нельзя нажимать. Как ваше ничего? О, акула с рафта, молодцы.
Да, пойдет. Коробки, ребята. Скорее всего, в этих коробках декорации для пиццерии. Так, а тут что у нас? Тоже коробки, да? Продукты всякие, запчасти. Че, будем взрывать? Да, будем взрывать, давайте. Вот такую бомбу поставлю посередине, короче. Сейчас, Диман, я чумбару маленьких здесь лупану. Давай, давай, давай. Все, пошел, пошел, Димас. Да стой, подожди, не взрывай. А, ты хочешь еще? Ну, давай, вот эту еще сюда. Да чтоб на Верочку ничего не осталось. Все, давай. Все, выходим. Ребята, эпичный взрыв в пиццерии. Ща, 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 ща. Опа, сюда выстрелил, Дима, смотрим. Да что, не все взорвалось. Смотри, сколько коробок вылетело, офигеть. Было классно, мне понравилось. Давай добьем уже ее. Давай. Ой, как раз накрыло. Красиво получилось. Нормас. Во. Это что-то интересное, Димон. Это музыкальная постройка. Труппы. Он видит, что труппа такая. Подожди, а как управлять? Группа, труппа. Так, давай. Ой. О, смотри, она вот что-то бьет там. Они что, дерутся, что ли? Опасно. Я не понимаю. Не, это барабаны держат, это типа тарелки. Так я какой-то таймер тут делаю, Димас, отсчет идет какой-то. Мы подождем. А, нет, тут минус уже пошел, потом пошел в минус этот весь таймер. Непонятно. Может, для него надо считывающая какая-то штука еще? А вот я не знаю. Ну он бьет тут разок там. Что-то дерется, какая-то штука. Я думал, это музыкальная постройка. Написано, что это типа музыкальная построечка. В будущем вот, с помощью этой штуки сделать какую-то музыкальную постройку. Просто, Димас, у меня таких еще три штуки. Еще такая есть. Ого, она лагает. Нет, о, не все отлагало? Нормально. Все отлагало, да. А не опять. Это тут какую-то... Ой. Она ездит. Видишь, считывающая. На всякий случай прикреплю бомбу, чтобы не уехала далеко. Давай лучше взорвем, а то она так лагает ужасно. Это жесть. Па-па-па. Есть. О, даже не все взорвалось, крепкая постройка. Они эпично взрываются. Они, да, фигово взрываются, что-то мне кажется. Четко. Ого, запчасть отлетает. Просто у меня еще, видишь, еще одна такая. Да сколько есть. Можно их плодить? Ладно, я это уже взрывать не будем, тогда пролеснем просто. Ну ладно, так хотел перейдем, взрывать. Перейдем вот к этой О, тачке. Машина моей мечты. Это лоурайдерская тачка, Димас. Садись. Нифига себе здесь кнопка. Давай, давай, зажигай, Дима, зажигай. Это как в GTA San Andreas сейчас будешь так вот. Оп. Оп. О, тебе даже в задницу открыт багажник. Ой, а в багажнике, Дима, тут... А, тут музычек в багажнике. Димас, давай это, лоурайдер, давай. Я еду. Вас танцуй, танцуй. Помнишь миссия в GTA San Andreas, где там танцевать? Да-да-да, надо прыгать. Сейчас я подъеду, буду прыгать. Давай, теперь ты. Она медленно, днем она опускается, она не может здесь прыгать. А мы сейчас ускорим ее. Че это она тут медленно? Видишь, ну-ка, как Димас, кусок говна. Ну-ка, Димас, открой багажник. Так, сейчас открою. Так, Давай, механик, скрап-механик, покажи, как ты можешь улучшить эту машину. Ага, сейчас улучшу. Только надо сюда зайти. Тут просто у тебя этот находится. Движок. Все, погнал. Теперь быстрее будет. Да не, может она ездить ехать будет быстрее? Не, она ездит быстрее. Ого. Тихо, тихо. Во, Димон, мне это нравится. Поехал. Вот это сила. Не хватает взлететь еще, да, Димон? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Перевернул ты ее, малех. Ой, совсем все, закатилась она уже. Сейчас я ее исправлю. Ах ты, блин, я думаю, как это еще за бомба? На. Прикольно тебя так обманул, да? Ух, музон. Это пока что-то такое начало. Димон, это что-то крутое, я уверен, что-то крутое. Нажимай. Танцуют все, да? Офигеть, прикольно. Че, нельзя никак изменить чуть-чуть? Можно, давай. Ну и че, ты думаешь, нормально, типа?
О. О, было это нормально. Я музончик тебе. Диман, ты профессиональный диджей. Почувствуй себя диджеем, короче, да? Ну, чтобы она играла и взорвать, когда она играет. Давай я буду диджей, Димас, а ты взрывай. Посмотрим, какой звук будет. Вот прикольно. Такой будет звук. А Димас, нет, смотри на картину. А, смотрю. Чё за говно, не достал? Не-не, вот так вот, Димас, давай. Давай это, давай. Ой-ой-ой, эпично. Погнали, начнём. О, сразу. Ух ты, пойдет. Чё это оно жужжит? А это ну... музончик, Димас. Запусти его. Так. И все. А прикольно не, такое начало прям. О. Во, слушай. Пойдет. О. Как давай, изменить? Давай, раскачивай нас. Мне кажется, так оно и будет. Не. Мне кажется, должно что-то поинтереснее быть. Давай посмотрим, как оно тут устроено хоть. Ну давай. Снимаем кожух защитный. А, вот так вот тут все вот так вот примитивно. И все. Знаешь, простенько, но качественно. Но со вкусом, да. Ну, да, вкус есть. Взрываем этот вкус. Красивый. О, отлично. Вообще классно. Давай следующее. Во, это у нас крабик. И чё у нас? Что он должен делать? Не знаю. Вот так танцевать? Танцевать! Это со Спанч Боба, что ли? Танцевать. А, это кнопка, крабик. Понял. А ну, может ускорить движок мы немножко? А ну-ка. Давай. Там ой, тут нету. Тут нету. Нет, у него движка, наверное, нету даже. А, вот тут есть. Есть движок. Ого, у него? Тут... Не движки, какие-то механизмы. Да-да-да, это не движки. Ой, кнопка отпала. Ой, ничего страшного. Так, сейчас мы ему поставим движок. Надо в редактор вращаний просто фигануть. Сейчас Димас быстрее будет вращать свои ножки, эти поварёшки. По очереди ножки, да? Ну да, нормально ставит. Нормально теперь? Как он ставит их, дай я посмотрю. О, уже лучше. Ух ты, Димон, меня аж подлагало. У меня тоже. Ну ты мочишь, Димон. Видать, мы неплохо так ему ножки поравняли. Во! Как-то так подравняли. В заднице, да, бомбу ты поставил? В животе. А, в животе, да. Ого, точилочка. Давайте ждем, пока прогрузится. Давайте-ка. И... Во! Ничего себе, монстр! Убийца. Так а знаешь, что это за монстр, Димас? Я сел за руль. Это монстр битов, ты в курсе? Я поехал! Фары. Ого! Ого, сигнал! Ничего. Ты, Димас, делаешь? Да, я зажал и держу. Давай музыку, это музыкальная тачка, давай делай музыку. Такое примитивно. Давай попробую ее перекинуть. А не получится. Где движки? Скорее надо ее будет, наверное, апгрейдить чуть-чуть. Сейчас попробую на двух колесах, Диман, поехать, смотри. Я вижу тебя, вот ты. Профи, профи, профи. И? Не, она не хочет переворачивать, надо даже движок ускорить. Так, подожди, тюнингуем. Не двигайся. Она для многих людей рассчитана. А-а-а, надо... Каждый будет отвечать за свой этот механизм, понял? Понял. Где движок? Смотрим. Знаешь, что я здесь заметил? Здесь есть бомба, короче. Я знаю, не надо ее взрывать пока, мисс. Давай движок ускорим. Это ты поставил или она тут стояла? Не стояла, ничего не делал. Видать, эта тачка настолько крутая, что можно даже ее взрывать. Ну да. Ого, тут сколько всего, это жесть. Ох, я аж испугался. Чё такая громкая? У-ху-ху-ху. Мы с Диваном музыканты от бога. О, тут, а? Блин,
будто от Чила. А знаешь, из Red Max похоже на тачку, короче. Димас, давай взрывай бомбу, а я буду ехать, давай. Хорошо, босс. Давай. Это не бомба! А чё? Бомба! У-ху-ху-ху-ху! А ты ещё едешь, что ли? Конечно. И чё, на ходу или движка уже нету? Не, на ходу, на ходу. А ну газани. Не на ходу. Не на ходу. Сейчас мы тебе сделаем на ходу. Так, как мне выйти отсюда? Не. На! Я не успел. Довольно-таки интересная постройка. Ну такая, необычная, да. Так, давай поставим мы этого. О, чего это? Покешмон! Покешмон, да. Так. Да, одинаково. Смотри, пузо ему открыл, Диман. Во! Тут движки, 4 штуки. Можно апгрейдить их, что ли? Ой, он может даже рот открывать, неплохо. Так, по-любому можно вовнутрь как-то сесть. Сейчас мы найдем. Давай сразу тогда максимум ему выставляю. Да, давай. Пускай будет на максимум. А, во! Вот сюда встаешь. Там в самом верху есть сиденье. Ой, а как? Да-да-да, сейчас я понял, как опускаться. Вот, на подставке вот так уберешь. Раз, вот. Два, три, четыре, пять. Встаешь. Поехал. И опять. Все, Димас, я поехал. Да чё, ну куда ты? Я не могу, Димон, этот, залезть. Я могу хвостиком махать и это, рот открывать. Сейчас еще раз попробую подняться. Может, в этот раз получится у меня? Ну, что, Димон? У него во рту, короче, есть кнопка. Мне интересно, что будет, если не есть, нажать? Я наверху. Короче, Димон, сейчас во рту, я хочу ему кнопку нажать. Что надо будет? Давай. Надо только залезть туда очень сложно. Я смотрю, как ты это делаешь. Профессиональный скрап-механик. Я? Ну. Профессиональный как? Скрап-механист. Механист. Я не могу пролезть дырку из 4 кубиков. Я что, жердяй? Такая штука здоровая, классно ей так управлять. Ой, все, я у него внутри. Че там внутри? О, ты челюсть отломил. А, блин, да. Диванчик, все, я поехал. На черепахе какой-то странной. Нет, чувак, блин. Стой, у тебя какая-то этот, на голове деревце. Ого, я шлифую. На. Нормально, я еду, пойдет. Плохо выглядишь. Ну как, а сейчас, Димас, как поедешь? Сейчас я тебя немножко подшаманил. А ну движок можешь быстрее сделать еще? А куда еще больше? А нема больше? Никуда нельзя больше. Больше никуда нельзя. Никуда. Че, Димас, едет? Что-то она не едет, Димон, ты что-то поломал. Че, колеса отломал, что ли? Не, одно только. Да нет, совсем печально стало. Из одного, видишь, колеса, как все это плохо стало. Ой, взрывчик. Красота. Ого, еще запчасти остались, давайте поможем. Давай, кому помоги. И челюсть надо взорвать, обязательно. Давай, а то нам мешаться сейчас будет большая постройка, Димас. Вот, я люблю. Любишь, да, большие? Конечно. Все, Димончик, можно есть. Быстрее взрывать просто. Так, и ставим большую постройку. Это? Так, это? Что-то большое, что ли? Ну да, я же сам сказал, что это большое. Угу! А эта пиццерия не было у нас? Нет, она новая, сейчас у меня прогрузится, я почти не вижу ее. Отойди еще назад чуть-чуть. Во! Так, я теперь ее вижу. Давай сначала я вижу место с подставкой посмотрим, а потом уже без подставки, если что. Так. Фазбер написано. Зайдем через окно. Хорошо. Так, а тут через дверь. Во. Через половину двери. Так, это FNAF 1. Новая, Димас, мы ее по-любому не видели, я тебя уверяю. Уверяешь, спасибо. Мы такую постройку не видели вообще. Так, кнопочки есть, телевизора нету. Блин, а постройка реально годненькая, хорошая. Мне нравится. Да, такая. Интересно. Так, ни одного аниматроника нет, что такое? Вот здесь вот у нас кладовая. Здесь у нас пиццерия. Туалеты есть. Сама... Есть. Все четко. Кнопушки уберем. Так, отлично. Мне кажется, Димон, если ее уронить, будет лагать. Или проверим. Подлагивает, да, и так ну чуть-чуть. Сначала давай сейчас осмотрим, а потом уже проверим. Я на кнопку какую-то нажал. А они же не работают. Не работают. Да.
Ну чё же я так туплю-то, а? Так. Во. Ого, здесь куча всего. Да, видать, она рабочая, Димас. Давай всё-таки опустим её, посмотрим. Хорошо, сейчас. Надеюсь, ничего не будет, ребята, ничего не случится. Давай, немножко поднимай. Ставим. Вот встань большая. Или ну? Большая. Ждём. 3, 2, 1. Фазбер, даже написано. Ого, прям. Не, Димончик, лучше убрать. Да. Вылетит, не вылетит? Ну? Чё-то я долго все... бомба горит. Потому что слоумо. И рабочий стол, да? Ой, красота. О, Димон, смотри, как эпично все разорвалось. И не лагает. Да, теперь можно механизмы почекать. Пол пиццы осталось. Пиццерии. Знаешь, можно вот ту посмотреть, половину пиццерии, потом и эту, короче. Так, сейчас понял? Мы вот так вот сделаем, ну да. Мы теперь знаем, чтоб не лагало. Во, почистил немножко. Нет, давай какую-то побольше этот бомбу. Бомбу? Давай вот такую. Одну. Огромную какую-нибудь. Такую. Вот, одну, ну такую четкую, смотри. Давай. Ого, ты слышал звук, как дзынкнуло? Не, просто такой дрын, такой глухой, мощный. А, так да, что такое? Звук, да. Ну-ка. Ну-ка, давай. Так что не взрывается эта штука? Это какая-то, я не знаю, что это за алмазная, что ли, палочка? Так. Во, вроде так можно уничтожить. Всё, надо было прям к бомбе прицепить. Реально крепкая штуковина попалась. Очень. Так, это что? Это музыкальная постройка, давай посмотрим, как. Это корыто какое-то странное. О, да, точно музыкальная. И, поехал. А, стой, Димон, я сейчас уберу, стопэ. А, она держится, да? Поехали. Опа. Пойдет, да? О, ха-ха-ха. Ну такое. Drop a bass, слышал? Вообще эпик, да? Как будто, знаешь, это мощно играет и такой drop a bass, а на самом деле какая-то фигня. Да, ребята. Напишите в комментариях, как вам эта построечка. Да, насколько вы ее оцениваете от 1 до 10 шкалы балла. Давай. Не взрывай. Эту карету, она сейчас отлетит. Вот они взрываются так эпично, особенно конченые постройки. Не, на свиду классная, но и по эффективности не... О. Ух ты, блин, я испугался, ты чё такой психованный? Подожди, давай еще рядом такую же поставлю. Давай. Покатались, давай. О, сила. Как-то она ездит стрёмно, тебе, Дима, не кажется? Первый раз вижу, чтобы колеса так могли переметривать. Очень странно. Поставим. Прощай. Нет, я да, уезжаю. Прощай. Нет. Чё-то у тебя там немножко осталось, а не сгорело. Ого, да. Я тебя боюсь, ты иди, отвали. Ого, чё ты такой резкий? А это законно? Как будто время ускорено. А-та-та-та-та. Вот это ты шустрый малый. Ого. Смотри. Смотри, как он ножкой своей фигачится. Смотри. И пошел, пошел с бомбой. Пошел бесить. Как будто у тебя бомбы нет, а дай еще одну нацеплю, Димон. Так куда ты такой псих побежал? Стой. Ну-ка. О, ноги согнулись в коленках. А, не. Оп. Ох, если бы я ниже подцепил, ты бы ее взорвал выстрела. Ну я пошел, Димас. Почапал. Ты ножками перебирал. О! Еще больше? Не-не, нормально, Димас. Живу, живу. Нет, да что же. Бракованный такое? Робот, не тянет 4 бомбы. Эпично. Раз... Очень резкий. Баталию на этих. Давай. Сейчас мы запилим. Так, есть. А так, чё так-то? А? Как? Да непривычно. А я иду, иду на работу в пиццерии. Давай, Димас, иди сюда, посражаюсь. Я вспомнил, мне надо кое-куда. О, Димас, смотри, что я могу. Смотри. Я еще и летать умею. А, знаешь что, попробуй еще раз бомбы на меня подвесить, только я уже сейчас как-то помощнее буду.
О, я летаю! Да, там сразу две руки зажми, короче, и ты будешь летать. А на одной можно летать? Нет, я вылетел из робота своего. Так, я к тебе иду. Он побежал, Димас, он побежал от меня. Я за ним! Ловим робота! Ну нафиг. Как-то странно управляется очень. Тихо, тихо, стой! Нет! Твой друг. На одной ноге! Стой! Стой! Стой, маленький робот, блин. Неадекват какой-то. Я лечу! Лечу, лечу, лечу! А где нога у тебя, Димончик? Что случилось, братан? Давай сражаться, давай. И давай, иди сюда. Да, давай. Давай, сейчас давай. Надо остановиться, мне бежать только. Да. Ну, я на коленях стою, надо встать, что-то позорище. О, а теперь идем. О, Дима, смотри, как я выгляжу, прикольно. Да как к тебе подойти? Ногами. Блин, не то нажал. Это типа я тебя выкинул, понял? Нет, чувак. Да, да, прощай. На. Будем смотреть аниматроников. Давай. И не только, кстати, там разное связанное с ними. Ну да, 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 да. Давай, погнали. Вот смотри, например, вот этот вот. Опа. Фредди Голден. Да будем угадывать, Даша, кто ты такой. О, смотри, он челюсти шевельнул. Ну просто прикольный Бонни такой. Ну да. Не, ну он прикольный. А что это Бонни, Димон? С чего ты взял, что это? Иди сюда, посмотри. Ой-ой-ой, Голден Фредди, да-да-да. Он подписан даже. О, так это голова. Ага. Так, давай. Ну давай, нажимай, что он там может. Ой. Ого. Как ромашка раскрывается, только одна сторона немножко подглючила. Да, тут еще одна кнопка есть. Смотри. Давай. О. А, он челюсть открывает. Прикольно. Сейчас съест нас. А ну давай попробуй в челюсть ему запрыгнуть. Попробуйте вообще туда запрыгнуть, я вас закрою сейчас. Ну-ка. Давай, зайди. Он меня хавает. Кусает меня. Опа, все. Ой, ты он заглючил. Нет, не заглючил, ты застрял, все, ты в ловушке. Нет, я живой, тут можно ходить. Все, он тебя съел. Я живой. Ну, он тебя съел. Чпонька его прыгнул. Прикольная конструкция. Ага. Так, что у нас там еще есть? Ух ты, Фокси. Даже не понял сначала, что это. Опа, данжер. Вау. Стоп. Смотри, как он огромный. Я нажму. О, давай, нажимай. Нажимай. Да нажимай ты. О, нормально. Смотри, и глазами шевелит. И да, даже да, смотри, да. Вот эта, короче, штука открывай, значит, у него глаз целый на самом-то деле. А зачем он повязку носит? У него это, скорее всего, как солнечные очки, знаешь, если бы два штуки. Да, да, да. Так, ну классный такой. Прикольно запилили, да, мне нравится. Фокси. Я хочу вам показать FNAF офис. О! Смотрите, это офис FNAF. Понь. Так, ну сюда нужно заходить, вот, ломая все это, короче. А чё? Ну, так получается. Короче, а зачем его строить? Его можно сюда заспавнить. Можно колеса ему приделать. И чё тут, кондиционер? Чё за звуки? Как шипение пара. Это баня, может? О, шевелится как. Прикольно. Алмазные блоки у него как будто там. А можно к нему в пасть залезть как-то? Ну-ка. Не знаю. Ну, давай. Ну-ка. О, я залез. Все, теперь нажимайте. У меня ест. Да не, если была бы верхняя пасть, он бы тебя съел, а так нету. Так нечестно. Ну да. Жалко. А ну его сейчас с этой стороны посмотрю. Он даже ушами, да, шевелит? Не знаю. Не, ушами он вроде не шевелит. Печально. Только нижней челюстью. Ого! Ого-го! Она сюда еле влазит. Да, огромная махина такая. Так, ну что? А, она делает лестницу. Так, лишь бы я не провалился. Давайте попробуем. Не-не, Димон, такого не будет. О! Все, заработали. Даже доски здесь попадали на окнах. Что-то запрыгнуть?
Да, 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 все нормально. Смотри, коробку нажимай. И чё там? Там марионетка. Нимаю там никого. Она просто расплющенная. Ну лицо, да, я вижу такое большое. Расплющенная марионетка. О, смотри, на сцене стоят чубзики. Эти, аниматроники. О, здесь Фокси, что ли? О, здесь Фокси, смотри. Чика. Где Фокси? О, точно. Ну дай посмотрю. О, давайте. Все, я закрыл. О, свет включен. И здесь. Четко. Как в оригинале. О, а это куда ведет? Ого, это вентиляция. А ну, я за тобой. О. Погнали, офигеть. Погнали вместе. О, эндоскелет. Угу, я понял, где мы. Так, эндоскелет. А, вот смотри, тут туалет как открываются. О, смотри. По кнопкам открываются. Ничего себе, тут нанотехнологии внедрены. Это не простая пиццерия, это пиццерия будущего. Четко. Как ты управляешь? Тут все сделано. Можно управлять. Ну, коряво, но управлять можно. Ну, прикольно, все равно. Во, смотри, какая огромная тут. Откуда заход? Не знаю, давай искать. Ищем. О, офигеть, что это такое? О, здесь еще какой-то проход есть. О, здесь, смотри, проход, иди сюда. Иду. Даша меня закрыла, а открыла. Так, заходите, тут потайной ход есть. Как нашел? Тоже вот так вот как-то? Во. О, Фредди поломатый. С микрофоном. Опа, смотри, мы закрыли там Дашу и вышли. Секретные ходы как-то у них. Как-то калитка тут плохо работает. Как у бабульки. Угу. Так, давай посмотрим, вот это что врубается? О, это голова. Это голова, смотри. Странная, видишь? Голова. Как эндерскелет, похоже, очень. Вот это что открывает? Это Чику открывает. Давай, Даша, ты ставь, я тоже буду ставить тут своих. Сейчас Даша покажет домик классный. Там тоже, кстати, куча секретов. О, Балун Бой. Аж мои аниматроники офигевают. Они будут держать эту постройку. Ладно, шучу. Она так прикольно двигается, как живая. Их не могу поставить, это твой дом мешает. Надо просто выше поднять эту. Даша, во. Балунбой в тему вообще. Фокси, глаза светятся. Эндоскелет. Даша балуется. Давай, дави, Димона. Да не, не надо. Ну дави, дави. Нет. Ну что, давай ставь, будем смотреть твой домик. Вау, это джунгли какие-то. Надо убрать подставки, да? Ой, а что там мешает? Сейчас уберем. Ой-ой-ой-ой. Оп, во. Что-то он лагает. А не, все прошло. Я дверьку нажал, открывается. О, я. Так, заходим, слышу. Заходим. Че, красиво заходим. Здесь. Ремонтик сделанный. Все из дерева чистого. О, дискотека. Свет даже включать. Все работает. Ой, вот кнопочка. Вот тут этот балкон есть. Балконин. Офигеть, выходи, Димон, выходи. Куда? На балкон. Где балкон? А, вот он. Смотри. Ну-ка, нажимай, что это такое? А, это сральник, что ли? Ну, не знаю. А ну я запрыгну сюда наверх. Классно, здесь даже вот так отдыхать, сел тут вот. И отдыхаешь себе. Ух ты. Чё себе. Домидзе какой, да? О, смотри, тут какая-то... Ну-ка, отойди. Ну что ты? А, я упал, блин. Нельзя толкаться. Я видел там какую-то секретную кнопку. Ой, я нажимаю.
О, лестница на второй этаж есть. Да. О, лестница. Полезли. Пошли. Просто прыгай пробелом. Так, я за тобой. Ты что, жирный кабан? Дальше я не лезу, а вот залез. О! Сущность в виде гномика. Тут туалет. Туалет. Биотуалет. С фонариком. Садись. Смотри, какой здесь классный диван отдыхать, согласись. Это биван. Полезли на третий этаж. Ой, что это такое? Погнали. Что там? Ну, что он не лезет у меня дальше, персонаж? Ну, жирный. Ну, да, не пирожков бабушкина. Дедушкиных. Или дедушкиных, не знаю, кто у вас там пирожки делает. О, смотрите, какой трон. Даже полезли, смотри, акула. Она, выше. Смотри, шевелится, Димон, акула на стене. Да я видел. Класс. Как будто укусит. Тебе по голове кувалда сейчас как дам. Так, полезли на самый верх. Погнали. Это что, уже третий этаж якобы? Не, четвертый уже. Ого. Так. А здесь что мы можем увидеть? Не знаю. Ну что-то можем увидеть. Кресло белое. Столик. О! Все так очень детально. Начнем. Ого. С сюрприза. Как всегда, все любят сюрприз. Lucky Blocks. Не, ну, может быть и Lucky Blocks, я не знаю. Вот здесь кнопочка, ребят, три вопросика. Нажимай, Димас. Не? Я нажму. Давай. Я на потом нажала тоже. Так, сюрприз. Это диван? Это машина? Это машина? Так, я отодвину. О, прикольно. Да, тачка. Сигнал прикольный. О. Неплохо, Димончик. Я думал, что сюрприз будет ну, какой-то другой. Не, мне нравится, классно. В салоне так уютно. Едешь, дрифтуем. Тарахтишь. Прикольный дрифтец, нормальный. Ой, что это, я вылетел сразу. Да ничего страшного. А, это дверь открывать? Так, по старой, ребят, традиции, мы будем это все взрывать. Я первее всех. О, наконец-то. Первая постройка сделана. Да. Сделано с душой. Так, вот, ребята, следующую смотрим. Это у нас робот. Ого, это робот мех. Здоровенный. Робот-мех называется как-то. Так. Смех? Робот-смех. Давай-ка, Димас, вот, сюда садиться надо. Как-то стрёмно. О, неплохо. О, блин, новые технологии, ребята. Новые постройки. И чё, дальше, Димон? А мне этот робот нравится, он такой прикольный. Так. На кнопку нажимаю, смотри. Ты какой-то медленный. Опускаю. Вот это да. Ты пока наведешься на кого-то, тебя развалят уже. С таким оружием, Дима, тебе только мух отпугивать. Уго! Что это у него выезжает? Это типа выдвижной меч. Пострелял, а потом. Ой, что-то. Я тебе в глаз. Дима, да тебя картофелеметом развалил уже. Ты мне стекло разбил только и все. Да нет, что-то отлетело. Ну-ка давай постреляй еще, что отлетит. Давай. А, нет! Да! Блин, вот это фейерверк. Красота. Давай еще взорвем. Мягкая посадка, нормально, мне нравится. Еще разок. Димончик, стой! 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 Давай заново. Миша, все фигня. Во, это Бонька. Гитарист. Бонни работает, да. Очень быстро рукой ставит он. Так, давай на работу, Бонни, у нас сегодня... Оу, танцуют все. У него даже музон какой-то играет, слушай. Прикольный. О, Дима, смотри, какая у меня есть для него бомбочка. Пиписечная. А если мы немножко подкорректируем, вот нос тебе уберем. Давай. Дима, что-то у него... Что-то с ушами. Давай маленькую бомбочку, эту писечку взорвем. Ого, она взрывается. О, Димас, а ничего не случилось с его телом? Смотри, оно как было, так и нормально все. Сейчас мы это исправим. Так. Пойдет? Димас, какие-то крепкие кубики. Реально, смотри, они не все разлетелись. Это бронированный Бонни был, это непростой. Согласен, он очень крутой чел. О, покебол. Это будет сейчас тачка по любасу. Тачка, о, конечно. Помню тачка. Эту постройку. Давай, Дима, покажи силу. Не, это новая какая-то постройка. А это быстрее. Ногой своей забронировал. А, нет, нормой! Есть! Щетка. Очень сложно, но попал. Попал в точку, прям молодец.
смотрим следующую постройку. Это Фокси. Ой. А так и должно быть? Может, включим кнопочку, наверное? Не знаю. Так. Тоже музон. Он танцует. Че, а что с ним не так? Че у него с ноги какие-то? А там типа танец у него живота. Танец с одной ноги, короче. Неплохо. Новые танцы одной ноги, ребята. Ловите тренд, танцы на одной флексит, ноге. Флексит. А, флекс пошел. Так, убираем. С такой так. Музыкой только флекс сделать. Так, стой, давай-ка мы ему немножечко уберем эту ногу, которая все время ему ломается. Так. Давай. Ну. Во, а сейчас он как человек. Нормальный. Фокс, на. И... Погнали, ребят, смотреть, что так, за пиццерия. Так, это у нас пиццерия. А? ФНАФ. Сейчас. ФНАФ какой? Только... ФНАФ. ФНАФ. 6. Нет. Я не знаю. Димас, подумай. Надо... Давай, подожди, да, я похожу. А смотри полностью всю пиццерию, а потом сделай уже вердикт, а не гадай. Хорошо. ФНАФ 2. Да, это вторая туда. Часть. Неудивительно, Димон, что она подвисала. Да. Оно того стоит. Подвисала как раз таки из-за этого, ребят. Ох, какие тут туалеты крутые. Так и хочется в них посмотреть. О, нормально, я присел. Будем ее взрывать или просто удалим? Наверное, взорвем. Так, марионетка на своем месте находится. Марионетка, ты где? Марионетка, ты тут? Так, я уже пару бомб поставил здесь. Я уже чувствую. Но мой компьютер чувствует, что ты их ставишь. Да? Ну тогда не будем сильно много ставить. Так, все, Димас, я вышел, отошел, можешь взрывать, Димас, я посмотрю. Да стой. Я еще не вышел и не отошел. Я в туалетах заблудился, иду. Давайте еще тут поставим. Отлично. А, ты всю пиццерию обставляешь, что ли? Не всю, только часть малейшую. Какая пиццерийка, какие бомбы красивые, а? Так, а? Давайте выйдем вот таким образом. Бомбы вообще шикарные, если честно. Тут еще куча механизмов. Я могу прям со сцены выйти вот так? Димончик! Нет, подожди! Да! Все разлетелось, даже движки и всякая мотня была, ну классно. Да, вся пиццерия в минусе. Смотрим. Очень изично разлетелась. Тоже. Спринтрап, а не Фредди. У них что-то с ногами, Димас, надо им вот так вот ноги отпиливать, короче. Так он будет падать сразу, как алкаш. Не. Тут что-то вот в этой части ноги что-то не так. Во, вот теперь нормальный. Вот теперь пойдем. Бум! О! Железный челик. Железный челик. Нормально он выглядит, кстати. Прикольно. Ну, большой. Давай как-то его попробуем запустить. А где? Я не вижу кнопки. Я тоже. Он обычный, он, наверное, без механизмов. А, нет, есть! Есть, все есть у него. Это лучшая постройка, пока я видел железного человека. Сюда на картофанах прикольно. А давай посмотри, ты бомбочку маленькую утянешь? Утяну. А еще стой. Посмотрим его на тягу. Давай попробуем. Ну, кстати, у него сенсоры, они. Смотри, его какой тебе ускоритель поставил. Не? Не тянет Димончик на спине вот эту штуку. Такой звук вас дай сдает. Так, чтобы мягкая посадка была. Ничего себе мягкая. Представляешь, если бы это было жесткое, ты разлетелся на мелкие куски. Так, стой, будем тебя взрывать сейчас. Я сейчас тебе бомбу прицеплю, ты взлетишь, я тебя взорву. Ты как это, балерина какая-то. Стой, не шевелись, ты сильно резвый мужик. Это он уже сам ходит, это не я, Димас, нажимаю. Че, не могу бомбу приклеить? Потому что некуда, походу. А, не, вот, подожди. Ты уже куда-то на спину приклеил. Так я ж хочу небольшую такую вот. А ну лети вверх. А, не можешь попасть. Не могу. А, попал. Нет. Это чика поломатая. Не, нормальная. Как это рахитная. Это странно, она смотрится очень. Как будто она болеет анорексией какой-то. Не, хорошая, ты чё? Хорошая чика выглядит. Я сделаю, я сейчас ее посвящу в аниматронике. Специальная есть. О, какая она это.
Глаза-то у нее какие, видел? Розовые, прям светящиеся. Какой-то убийца, а не аниматроник. Сейчас я ее побью. Все, посвящаем тебя в аниматроники. Бум. Вертеть клешнями. О, она же садится, когда я бомбу ставлю. Не тянет, не... Что-то он не тянет, Димон, такой вес большой. А я даже ничего... О, смотрите, у него... Ого, еще наклонился сильней. Во. Сейчас мы ему центр тяжести выровняем. Все, Димончик. А что-то у тебя внизу там педали, это как в Флинстонах, что ли? Не знаю. Открываем. Ого, штуковина здоровая. Я чуть не раздавил. Тут две тачки. Три. Это луноходы какие-то, да? Удаляем. Я гоняю, Димас, меня удали, пожалуйста. Сейчас, Диманчик. Давай. О, отлично. Я сзади сажусь, Димон. Давай. Сейчас, стой. Что, не умеешь? Поехали. Давай, Диманчик, вези меня. Ого, сигнал, как на Титанике. Вези меня за картошкой. Такая медленная. Димончик, может скорость движка сделать сильнее? А ты ну-ка найди, я просто не знаю, где. Сейчас сделаем, я профи. Я что-то не вижу, со стороны не видно вообще движков. А тут лишние запчасти надо убрать. Да, сейчас мы... Я профессиональный чинильщик. Мое сиденье приехал... сейчас отломится. Ты приехал по адресу. А, я нашел, она около колеса, Дима, сбоку, она в боковине находится. Находится в боковине, Димас, а не в жопе. Вот, да, вот здесь вот, видишь? Ага, вижу. На всю вкрутил? Все, да. Давай, садись. Ого! Где мое колесо? Да я немножко разобрал больше запчастей, чем надо. Это здесь лоурайдерская какая-то дрифтовая тачка получилась. Так, есть еще одна. Ладно, это мы... Ой, меня что-то аж выкинуло оттуда. Так, а вот это что такое? Бери маленькую, выгоня, она мне мешает. Это что такое? Это что, прицеп? Ха, прикольно. Димас, давай я буду в багажнике. Давай, я разворачиваюсь. Так, посмотрю, где тут движок находится сейчас. А, нашел движок, давай я тебя немножко подшаманю. Давай съедем. Так, шамань. Так, вот движок. Так, подвеску немножко цепанул. Да ну что ж такое, что подвеска-то цепляется? А вон спереди вижу. Во, двигатель на максималку. Подожди, сейчас сяду. Багажник, давай, поехали. Готов? Да. Вот это пойдет. Ого. Это специальные трюки делать. На тебе, на кувалды. На. Давай, Димон, а ну положи мне бомбу. Или давай, я сколько она потянет бомбу. Бомбу. Мне бы ее найти бы тогда. Ого, она присела аж немножко. Давай, Димас, поехал. Здесь вот сейчас... Да! Сильно демонизично. Вообще. Давай еще парочку поставлю. Сюда сбоку и сюда, чтобы равновесие было одинаковое. Давай, Димас, садись. Вообще, Димон, то что такое? Давай еще равновесие, чтобы было одинаковое. Так, давай, поехал. Димас, у тебя не тачка, у тебя ракета, подожди. Спереди поставь. Стой. Да, сейчас поставлю. О. Секундочку. Вот так вот, равновесие, теперь вообще идеально равновесие. Вообще, давай. Ну что такое, она едет и едет. Едет, давай сейчас. Говори. Вот это бомбу нацепили, пойдет. Вот, давай, все равновесие держится, все нормально. Блин, Димас, это какая-то грузовая тачка. Это специальная машина для тягания бомб. Для тягания бомб. Так, сюда поставим. Сюда поставим. Все, давай, едь. Да ну тебя, Димас, давай взрывать. Взрывай, я еду, давай, на ходу. А у меня... Пушка, вот есть пушка, нашел. Я назад еду. Все, Димас, пока, прощай. Надо повыше. Я отойду. Давай, сделай нам тут тень на полкарты. И загрузилась. Нет, вот то, что в тот раз мы хотели посмотреть. Заходим. Че, внутри пусто так? Не, смотри. Это что, кожух только? Опа. Понял. Садись на стульчик. Прикольненько. Как наверх забраться? Дальше смотрим. Оп. Мы наверху уже, Димон. Давай выше. А ты куда? Я понял.
Это как в Майнкрафте, Димас. Да-да-да, все четко. Лезем вверх. Так, ты уже очень далеко полез. Давай ко мне. Оп, чуть не упал. О, ребята, мы уже вообще высоко поднялись. А все, дальше там нечего, Димас, уже смотреть. Все, да. Прям, знаешь, на самом интересном обломали. О, так это Боньки. Кстати, это новая постройка, я этого не видел еще. Чубзика. Получается, смотри, вот видишь справа кнопочка? Она делает, чтобы руки шевелились и голова. А слева кнопка, чтобы в глаза включались. Да, не, в глаза включались. Понял. Давай там еще кто есть. Так вообще прикольный. Да, такой смешной. О, Димас, смотри, сейчас тебе понравится. Давай. О, блин. А что это за вентилятор у него в животе? Не знаю, может такое есть, кстати, в оригинале. Может его включить можно? И она полетит как Карлосон. О, смотри, у него челюсти открылись. О, и такой звук скримера. Как в оригинале, так и есть, все четко. О, смотри, он сейчас по голове микрофоном даст. Знаешь, похоже не на микрофон, а на какую-то булаву. Смотри, сейчас она будет орать, слушай, Димас. Жесть. Слышишь звук такой? Она крутая, Димон. Она реально крутая. А ты, Дима, слышишь, да, эти звуки? Да, вот, да. Как КамАЗ как будто сигналит. Ух ты. А тут какие-то эти курочки. Ну чё, классная, да? Тапочки такая. У неё прикольные, да. А в руке у неё микрофон или что-то другое? И между ног движок. Эпично. Она не может ходить случайно? Не, видишь, механизм к ногам не присоединяется. Получается, вот. Здесь полноценная сюжетка как бы? Да, здесь полноценная сюжетка. Она очень большая, и вот видишь, где дырки в полу, там должны быть аниматроники высовываться оттуда. А тут есть наш офис? Да, есть офис, аниматроники где? Здесь выскакивать все будут. Вот, тут вот. Должен быть. Здесь, видимо, даже камеры работают. Ничего смотри. Себе! Точно! Дверь можно было бы закрывать, открывать. Да, здесь дверь работает тоже. Помнишь, я в той вот, серии мечтал, наверное. Чтобы была карта сюжетка. Моя мечта сбылась. Тут даже вентиляция есть. Здесь реально, Димас, карта сюжет. О, марионетка. С кнопкой на жопе. Она что, плачет? Что, примитивная и при этом еще и механическая? Она сейчас упадет, смотри. Бабах. Только пыль сделал на сервере, ветер. Ну, беру. А то мне я жалко стал. О, это знаешь кто? Фредди. Оригинальный. О, как микрофон он быстро к руке поднес. Вот тут только у него две кнопки есть. Он типа рот открывает просто и шевелит руками, и все. Видишь, держится на одной. Я убрал. И четко работает. О! Смотри, вообще ничего. Чуть-чуть его делали ниже. То он не подходил по росту на работу. Он сейчас упадет. Нет. О, все, падает, падает, падает. Воу! О, разрушитель. Он же добрый вроде. Удиви, Димон. Просто удиви. Удивляю, Димас. О, Марио. Марио. It's Mario. It's Mario. Он рабочий, я видел механически по-любому. Я вижу на нем куча там есть. Я не знаю, что куда нажимать тут просто. Куча подшипников есть. Не, сейчас найдем, хвост. В жопе нету. А что у него хвост такой? Это белка, что вот ли? Наверху ему управлять, Димас, можно наверх. А, я сейчас сяду за руль. Все, Димон, я сел. Сейчас я камеру отдалю немножко. Пока, Димон! Это круто! Димон, я к тебе лечу. Давай. Ух ты. Вау, это классно. Это круто. Да не просто классно. Да как ребенок играет с ним. Марио влетел. Лечу к тебе.
Я ж такой стук услышу, как приземлился отсюда. Оттуда вот даже здесь услышу. Нормально, да, управляется он, Димас? Да, он, у него автоматические стабилизаторы стоят. А ну да, давай ты полетай, я посмотрю со стороны. Как это глобальненько все смотрится. Да, сейчас. Ты хочешь посмотреть, да? Да, да, да. Сейчас. А я так с земли сел. Ого, ты поднялся выше, чем он может летать. Он руки потом раздвигает так в боки и летит. Вот видишь? Это круто. Люблю скрап-механик. Обожаю его просто. Все, Димончик увлекся. Ух, жестко приземлился. Такое ощущение, что от него какие-то запчасти отлетели. Ну нет. Нормально. Все вообще красиво, так. Димон. Так, я все. Мария выполнила свою миссию. Теперь у нас будет... Ничего себе, КамАЗ. Так подожди, вот голова, я его вижу сзади. Нет? Да! Трансформеры вперед! Ого, он может гудеть. Вау, он перевоплощается в мужика! Класс! А я, Димас, внутри этого чувака. Вау, это просто круто! Трансформеры! Реально оригинально все разлаживается. Четко. А ну, поедь на нем. Он не может ходить. Он может только кататься, Димас. Да и так нормально, для понты поколотить. Круто смотри, смотрится, Димас, Димон, я четко. Я еду и трансформируюсь, смотри. Ну такое себе, знаешь. А теперь отжимайся. А ну дай я. Что такое? Да все, все, поломился. А просто нельзя, когда он едет, трансформировать. Во, все, четко. Классно ты выглядишь, прям классевски. Я слышу, как ты клацаешь. Прям так еще раз. Давай, Димас, еще посмотрим трансформеров. Давай. Разных трансформеров. Пусть этот будет, я буду на нем кататься. А мне нравится. Он не подписать не будет? Вот, транспорт. О. Что-то он маленький по сравнению с этим. Мотоцикл, что ли? А не. Че он? Какой-то странный, не понимаю. Прям видно руки, ноги. Это вообще какая-то как заправочник для самолетов какой-то. Заправочник. Воу! Вот это сила, Дим. Крутяк! Вот это тарантайка, стопы, а чё так подлагивает-то? Димон, возьми эту штуку для механизмов проверять, ты офигеешь! Ушел. Троечка. Класс. О, они поют Happy Birthday, Димас, ты ё... Да-да-да, похоже. Так, отключаем их. Классно, Диман, да. Прикольно. И тот поет посередине.